Садальский взорвался из-за поступка Кудрявцевой. Актер обрушился с критикой на ведущую. Лера Кудрявцева на днях отличилась выходкой в эфире студии шоу Андрея Малахова. Ведущая плеснула водой в лицо гости эфира многодетной матери Елене, которая на съемках программы воссоединилась со своим сыном Виктором. Кудрявцева объяснила, что ей стало плохо из-за переживаний за судьбу детей, которых героиня бросила в раннем детстве. Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов, объяснила свой поступок Ведущая. Стоит отметить, что сцена с унижением горе-матери у многих вызвала позитивную реакцию. Например, уже после съемок Кудрявцеву публично поддержала сестра Виктора, рассказавшая жуткие подробности его семейной истории. Еще в защиту ведущей высказались ее подруга Катя Гордон. Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, уверена она. Однако многие были шокированы тем, как Кудрявцева вела себя на встрече матери с сыном. Сначала о сцене со стаканом негативно высказался друг Леры от Аркоши а Сегодня гневной речью в адрес звездной блондинки разразился актер Стас Садальский. Он назвал поступок Удрявцевой позором. Мать встретилась с сыном, а ее унизили перед сыном. Но только вы не ее оскорбили, а меня, как зрители, сердце сжалось. А каково было ребенку, который впервые увидел маму? «Прости, парень, ведущая помойного канала не ведает, что творит», — написал Садальский в сети. Тем временем Лера Кудрявцева, как бы ни старалась, не сможет сохранить брак с Игорем Макаровым, так считает таролог Галина Янко, которая уверена, что ведущая до сих пор любит своего мужа, но история их семейной жизни подошла к концу. Пройдет год, прежде чем Кудрявцева справится с переживаниями на этот счет, а затем в ее личной жизни начнется новая глава. По мнению эксперта, проблемы в браке телезвезды назревали давно, ее уже посещали мысли о разводе, она не будет больше жить с Игорем, все, что с ней сейчас происходит, не пиар. Карты говорят, это назрело давно, у нее уже были мысли о разводе, но они оба пытались спасти брак, говорит Таролог. Интересно, что Янко видит в окружении Кудрявцевой некоего певца, к которому та испытывает симпатию, но серьезные отношения у нее сложатся с другим мужчиной. Таролог рассчитала, что через год Алера встретит новую любовь, ее ждет благоприятный период жизни, успехи в карьере и новые знакомства. Одна из таких встреч приведет к очередной свадьбе Кудрявцевой. Около года звезда будет сама по себе, а потом ей повстречается человек, и она опять выйдет замуж. У нее впереди новый мужчина, новые отношения. «Новая история и новая любовь», — сказала Янку. Напомним, что Кудрявцева объявила о расставании с мужем 12 января. Решение об уходе было связано с проблемами спортсмена с алкоголем. Ведущая надеялась, что придав ситуацию огласки, она поможет Макарову встать на путь исправления.